В этом эпизоде Inscription. Юджин проводит нечеловеческие эксперименты. Оно живое! Живое! И разминает свой речевой аппарат. А я не рад перед съемкой. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Inscription. Ставим карту на стол и продолжаем. Мы с вами в мире робота теперь, робота-поза. Робота-поз. И он оказался гадом еще тем. Но, в общем, у них у всех одна и та же цель, я так понял. Быть самым главным переписчиком и доминировать, и выйти в какое-то запределье. Смотрим, что у нас здесь есть. Мы где-то тут сдохли. Давайте, так, смотрим на нашу колоду. Да, у нас все сохранилось. Надо найти обратно наше все барахло, наши деньги. Где мои деньги? Где мои бабки? Быстро сказал. Вот они! Как легко оказалось найти их. Я думаю, нам придется через кучу боссов пройти. Вот босс. Я не помню, что у нас там с ним приключилось, почему мы не смогли его одолеть. Отлично. Рыба-бот. Окей, Гриз. Гриз, который станет животным, если в режим зверя в начале вашего хода карта с этим символом трансформируется в режим зверя или наоборот. Она всегда трансформируется. Ее нужно грохнуть во что бы то ни стало. И это трансформируется в зверя. И у нее 3 жизни. Слушайте, ну я не могу пока пойти, я могу только защищаться. Давайте будем защищаться. Энергобот подождет. Короче, стоп, а мы могли дрона поставить? А, я тупанул, да? Ладно, я тупанул. Сходу тупанул, бывает же такое. Хорошо, он превратится в гризли сейчас, сделает больно мне. Давайте возьмем... Что это? Гаечная фигня какая-то. Хорошо. Поставим. Да, правильно? Или лучше вот его поставить? Не, давайте сразу грохнем эту летучую мышь. Да, это правильно. Это будет более правильно. Более-менее правильно. Бам! Сдохла летучая мышь. Так, дальше у нас идет бот, который... Значит, делаем вот так. Энергобота, наверное, поставим вот сюда. Нам нужна дополнительная ячейка. И пока мы больше ничего не можем поставить. Только обороняться. Только обороняться вот здесь. А, ну это нас ударит. Ладно. Хорошо. Сейчас мы рыбу поставим. Нет, мы рыбу не должны ставить на самом-то деле. Ух, кого поставить? Давайте будем надеяться, что здесь что-то хорошее. Снайпер-бот. Снайпер-бот. Которого мы ставим вот сюда. Все, пока больше не ставим ничего. Делаем ход. Подохло! Конечно, можно было и потянуть, наверное, с этим. Не знаю. Че у нас там, О, нет, убьет снайпер-бота моего. Так, у нас тут есть защита, есть. Давайте возьмем еще какую-то карту. Сторожевой дрон, очень хорошая штука. Ну че, будем надеяться... на лучшее. И поставим... Погодите. У нас можно гончую впендюрить. Мы сразу 2 нанесем урона, этот 1 нанесет. Давайте поставим гончую сюда, а? Почему нет? Попробуем. Бам. Смерть. Блин, жалко. Вот обидно. Итак. Какие дела у нас? Значит, возьмем... Тебя поставим сюда. Ага. Не знаю, что нам сказал. Если мы его сейчас поставим, он... А, нет, нам не нужно ничего ставить. Нам нужно... Нет, погодите. Нам ничего не нужно. Давайте пока ничего не будем делать. Раз. Все, сдохло. Живем, живем. О, да! Хорош! Превратилось в гадюку. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Амебот дает батарейку. Ну и коцает, кстати говоря. Поэтому ставим. Здесь нам нужно оборону держать. Давайте вот этим будем держать оборону. Раз, два. А, он не стреляет. Он стреляет только, как только карта появляется здесь, да? Как только карта появляется, только тогда он стреляет. Окей. Хорошо, но мы, в принципе-то, выигрываем. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть. Бронебот. Бронебот... Ладно. Раз, два, три, все. Победа. Нет, не победа.
ублюдство! Бронебот! А, подожди, возьми карту, хорошо. Может быть, что-нибудь получше здесь будет. Ёлки зеленые! Погодите. По два нанесет сейчас. Ты же смерть. И он сразу убьет. Придется нам разбить вот эту карту. Давайте мы разобьем ее. Ставим. Смерть, смерть. Есть. Победа. Местный житель был ужасно небрежным. И я не про его чистоплотность, а про то, как он играл. Вечно лажал. Его больше заботили тематические фичи и сюжет. Но ты-то понимаешь, что в карточных играх важна только стратегия. А, это был вопрос. Да, я понимаю, все прекрасно понимаю. Итак, 17. Нам нужно найти магазинчик какой-нибудь. Здрасте, новые карты. Ого. Это превратится в существо. По два бьет. Клевая штука. Надо бы какой-нибудь клевер найти. Смотрите, это что значит? Я, конечно, не лавочница, но без торгов тут не обойтись. Тебе придется обменять одну из своих карт на одну из моих. Это его карты, да? Мне нравится Соня. Итак, что ты дашь мне взамен? Да, меня. Нет, конечно. Конечно же, нет. У нас два таких. Энергобота тоже не могу дать. Возможно, я возьму одного сторожевого. Дайте одного сторожевого, хорошо. Так, а это что такое? Что-то со зверьми. Делай свой выбор. Да, я присвою какое-нибудь звериное свойство своему незверю. Кому бы? У этого уже есть хорошие данные, может быть. Давайте гончая, но она сильная. Ладно. Волк. Она будет перевоплощаться в волка, который наносит 3 урона и 2 жизни имеет. Либо птица, которая может... Хорошая штука. Либо гадюка, которая убивает. Слушайте, давайте в птицу, наверное. Да, все, я сделал выбор. Птица. Будем наносить урон нашему противнику. Прям четко ему в роже. Серьезно? Ну, допустим. Он специально это говорит все, чтобы деморализовать меня. Типа, вот, я какую-то тупость намутил. У нас с вами босс, между прочим. Поэтому собрались амебот, иголка и Соня. Итак, у нас пикта есть. А, против нас летяга. Ладно, мы... Нам даже на самом деле нет смысла обороняться. Она перетрансформируется в летучую мышь, также будет нас бить. В плане, мы, конечно... Есть нам смысл обороняться, но нам нечем обороняться, так как она будет бить сразу по нам. Причем сразу на 2. Это значит, что нам нужно ждать. Вот в кого она превратилась. Вот его-то как раз-таки можно дубасить. Чем-нибудь. Амеботом. Ладно, давайте сначала возьмем карту. Я думаю, нам стоит сначала взять вот тебя. И бронебот. Бронебот, который... В принципе, давайте амебота поставим, вообще пофигу. Тебя. Больше ничего не можем. Смерть. Так. Вот это опасность. А, чё у нас там? Чё у нас там? Ага, опять летающие. Они все одинаковые у нас будут здесь. Все одинаковые противники. Значит, сторожевого дрона можно впендюрить и... И... Черт, бронебот. Какой хороший бронебот. Ну, даже не знаю.
Я бы мог сразу убить эту тварь. Давайте сразу поставим лучше дрона вот сюда. А здесь пока на оборонительную поставим. Если я, конечно, не тупанул. Есть вероятность. Все, смерть сразу. Сейчас она перевоплотится, да, и будет меня бить. Хорошо, что мы возьмем? Что мы возьмем? Давайте возьмем еще одну карту лучше. Бронебот. Опять. Нам нужно будет дубасить летучую мышь. Что-то у нас много бронеботов, не кажется? Хорошо, сейчас мы сделаем так. Мы поставим его вот сюда. Нет, его сразу убьют. Мы можем... Нам надо убивать сразу вот эту штуку. Делаем так. Погодите. Мы сейчас лишимся амибота. Вот, вот как мы сделаем. Все, я понял. Мы его вот сюда ставим. Хватит у нас? Хватит, да. Ставим вот сюда. Так как сейчас он ударит вот по этой бомбе. Сразу летучая мышь сдохнет. Пихта сдохнет. И, к сожалению, амибот сдохнет. Но мы можем пойти на этот риск. Ничего не поделать. Все. Так, у нас еще одна бомба здесь. Говна кусок, а? Бей, бронебот. Сейчас бронеботом сюда фиганем. Из колоды? Прямо в руку? Отлично! Отличный расклад. Ставим вот сюда бронебота. И ставим вот сюда. Да, давайте его поставим. Сейчас работа. О, да! Бам-бам-бам! К сожалению, у нас, конечно, прям вообще атака на нас идет сильная. Чем мы можем похвастаться? Только вот ставить вот этих. Да. Только так. Еще у нас не хватает больше. Черт, не хватает, к сожалению. Может быть, стоит взять, потратить вот эту штуку? Давайте возьмем. У нас полная ячейка. И мы сейчас сторожевого дрона уберем отсюда и поставим вот его. Сразу сильный урон. Максимальный. Раз, два, четыре, пять. О, дикобраз. Дикобраз. Ой, как плохо. Хорошо. Кстати, даже неплохо, я бы сказал. Вообще неплохо. Сейчас мы убьем его и лишимся. Блин. Гончая. Гончую, конечно. Давайте ставить гончую вот сюда. Мы выживем. Так, есть, победа! О, да, похлопать мне. Только я и могу себе похлопать. Продолжаем. Сохранялочка. Все твои предметы вернулись в инвентарь. Боты, которых ты миновал, больше не заработают. Хорошо, мы продолжаем оставаться на карте. Давайте пойдем дальше. Жутковато, этот убербот сидит тут в кромешной тьме. Он что, тупо поджидается искателей? Это босс? Это босс? Или может он ждет, когда проявятся его снимки? Следующий босс довольно-таки крутой. Тебе придется разработать особую стратегию. Абсолютно другая механика. Итак, где там были эти файлы? Распаковываю файл фотограф zip. Объектив мой инструмент. И ты тоже мой инструмент. Ты будешь наводить, а я буду снимать. Так, я, кажется, понял. Почти что. Он будет снимать. Хорошо. Допустим, вот сюда. О! Это мой друг. Наведи его. Ты можешь сделать снимок. А можешь и не делать. Решать тебе. Ну, давайте сделаем. Хорошо. Мой друг запомнит эту фотографию. Мой друг позволит тебе использовать эту фотографию. Для чего? Узнаешь сам. В какой момент? Узнаешь сам.
Что у нас есть? В принципе, неплохие карты на руках. Может взять пустой резервуар. Нет, лучше возьмем еще одну карту. Хорошо. Но все, что мы можем поставить, это амебобобота. Амебобота. У них сторожевой. Они все с первого раза дубасят. Кажется, нам хана, ребят. Ой, какая нам хана. Ну-ка, что это за штука? На всех пустых ячейках появляются бомбоботы. Погодите, чуть попозже. Я понял, что это такое. Посмотрим, какая у нас будет ситуация. Раз, два, три. Нет. Пока мы не будем это делать. Давайте возьмем пустой резервуар. Давайте. Бам-бам-бам-бам-бам. Запечатлить. Да. Я не знаю, мне кажется, что в какой-то момент он будет эти фотки кидать, и все будет проецироваться вот здесь. А тем временем у нас пока есть возможность набирать. Раз, раз, раз! Пять! Сдохло. Ой, они все сдохли. Давайте поставим вот это. Хо-хо-хо, я понял, как это работает. Так, забираем. И пока терпим. Бам-бам-бам-бам. Все, победа. Мы убили босса. Ты меня ранил. Ты меня ранил. Перенастраиваю матрицу индивидуальности. О, боже мой. Угу. Нам нужно сделать вот этот снимок. Тут будет пихты, правда. Нет, потом сделаем снимок. Набираем пока карты. Хорошо, сторожевой дрон. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Пока что не будем. Набираем. Пим-пим-пим-пим-пим. Вот сейчас будет хана. Они сейчас придут. Раз, раз, раз. Ой, какая смерть. Какая смерть. Какая приятная смерть. Ой. Нам надо было сфоткать. Вот тут я и лоханулся, блин. Хорошо. Так, взяли какой-то кал энергобот. Не нужны мне. Значит, смотрите, нам нужно сейчас нанести максимальный урон. Сколько его нужно? Раз, два, три, четыре, пять. Нужно нанести 5 урона. У нас с вами 6 ячеек. Этот нанесет 2. И... Да и все, блин. Как у нас там? Вот кто у нас будет. Короче... Мы можем сторожевого поставить. Есть ли у нас здесь сторожевой? Сторожевой дрон. Вот здесь. Точняк. Стоять здесь будешь, сразу убьешь. Потом. Ставим тебя, одинокий чаробот. Что еще у нас есть? У нас еще есть 3. Снайпер. Все. Хорош. Смерть сходу. Так, кто-то там придет. Давайте сфоткаем. Это лучшее, что у нас пока есть на данный момент. Очень неплохой расклад. Так, продолжаем брать карты. И попрыгунчик. Нет, нет, фигня, фигня, фигня. Гончая, может быть. Гончая. Все, израсходовали. Сразу бьем. Раз, два, три. Все, победа. Победа, победа, победа. 20 баксов заработали. Не ожидал, да? Не ожидал. Воу! Нифига себе, 22. Мы его просто гопнули только что, получается. И у нас есть надгробие. Помнишь свою запасную колоду? Ту бесполезную кучку пустых резервуаров. Теперь она будет не такой бесполезной. Спасибо. Твой выбор отпечатается на всех пустых резервуарах.
Давайте смотреть. Конечно, вот это, конечно, это. Да, мы можем взять вот это, она будет один раз защищать. Но нам-то важнее атаковать еще, помимо всего прочего. Поэтому обязательно мы берем вот это. Летунов не будем. Вот это берем, по любасу. Интересно. Не уверен, что так должно было произойти, но теперь у них у всех есть символ колючей иголки. Замечательно. Просто великолепственно. Карта памяти заполнена. Сейчас мы снова будем видеть карты. Ой, какие карты, какие карты. Евгений, что ты говоришь? Где твой вообще язык? А за мне рот перед съемкой. Чтобы дичь не нести, мы будем смотреть видос. Вставлена новая карта памяти. Новые видосы. Well, hello there, привет всем картежникам. Что? Что? Погодите, что? Погодите. Увенчалось успехом. Еще раз. Похоже... Да господи. Мои поиски гаражных распродаж увенчались успехом. Да, baby. Сейчас вам покажу. Знаете, что это? Знаете? Винтажные наборы карт. Inscription. Аж 4 таких. Не уверен, знала ли продавщица их цену. Мне было немного стыдно их покупать, но... Наверняка она и так живет хорошо. Тем более в этой части города. Не будь меня там, их просто... Она бы их просто выкинула, да? Да. Ожидайте большое видео с распаковкой! Круть. Так. Пора с этим разбираться. Почему он не к нам лицом, не на хромакей, как обычно? Hello? Алло? Hi. Да. Oh, это миссис Хоббс? Hi. Здрасте, меня зовут Люк. Well, мне тоже очень приятно, миссис Хоббс. Я был недавно на вашей домашней распродаже. Нет, все замечательно, спасибо. Просто хотел узнать, вы помните те карты, что я купил у вас? Те... Да, именно те, Inscription, да. Они были вашей дочке? Я могу с ней поговорить? Ее нет, в том смысле... Нет. Соболезную. Это давно случилось? Все равно, это ужасно. Да нет, это так, ерунда. Простите за беспокойство. Ее звали Кейси? Красивое имя. Sorry, what? Что, простите? Она работала на Inscription? Ой, то есть на GameFuna? А вы не могли бы... Я понял, да. Могу ли я вам попозже перезвонить? Я хочу кое в чем разобраться. Хорошо. Да, большое спасибо. Да, ладно. Приятного ужина. До свидания. Окей. Что у нее с камерой, блин? Она постоянно глючит. Записывает какие-то битые файлы. В этих статьях нет ни слова смерти. О боже. Никто не умер на объекте. Но, к несчастью, программистка Кейси Хоббс скончалась в результате осложнений после пожара. Охренеть. Она задержалась в здании для проведения дополнительного контроля качества. Что? Что он так посмотрел? Очень странно посмотрел. Олень! Смотрите, погодите. Что? Как
что он напряженно выключил. Вот это, что это? 3K, две головы свин и свиней, или что это? Окей, это стрёмно. Опять же, здесь у нас ошибка. Здесь кто-то есть. Шутка, это жутко. Как страшно, бец! Чёрта. Мой телефон в соседней комнате. Если я умру, я не успею позвонить в полицию. Эта запись будет тому доказательством. Это все напоминает мне Marble Hornets, старый сериал про Слендермена. На Ютубе выходил. Он открыл дверь. Что? MYCOLO42S или 5. Это что? Blood, кровь. Perhaps my color. My call still. Или что? Perhaps, возможно. Blood letter box. Кровавая letter box. My colo. Короче, возможно, тут колода. Я не знаю, правда, не могу понять, пока здесь возможно. Blood letter box. Letter box — это почтовый ящик. Кровь. В почтовом ящике. И последнее. Смотрим внимательно. Почему он смеется? Все больше вопросов у меня. Да, выйти. Мы снова тут. Итак, у нас... Мы сюда должны вернуться, да? Давайте сходим. О, как мило, нас дрон притащил. Ну где же эти надгробия, ты, господи Иисусе? А! Не, мы просто так сюда пришли. Окей, извините. У меня губы пересохли от кошмара, удивления и восхищения одновременно. Давайте переместимся вот сюда. И пойдем вниз теперь. Ох, атмосфера на этой сырой свалке довольно-таки неприятная. Ее обитатели рыщут в поисках свежих ботов. Смотри под ноги. Идем на босса. Что ты имеешь в виду? Столько всего надо увидеть. Бедный, в темноте столько сидел, всю жизнь, наверное, сидел там, да? Воооо, они все электричеством пропитаны. Что это значит? Фиксация щита. Когда карта с этим символом погибает, выбранное владельцем существо получает символ нано-брони. Ее надо грохнуть. У нас есть сторожевой дрон? Сторожевой дрон есть! Значит, и мы воспользуемся здесь. А погодите, а мне нужно было? Вот, нано-броня теперь есть у этого, пихты. То есть она может один раз получить урон. Все. Это мы, кстати, грамотно, очень грамотно сделали, что убили его сразу. Потому что если бы здесь была другая карта, он бы выбрал, допустим, ее, наверное. Итак, амебот может два раза бить. Прекрасная. Возьми карту. Ой, ёлки зеленые, простите меня. Мы, конечно же, поставим его вот сюда. Раз-два. Пока больше ничего не можем. Следующим будет одинокий чаробот. Раз, два. Что у нас там дальше идет? Хорошо, один всего. Ничего страшного. Все прекрасно. Все отлично, все. Еще один такой же. Ай, мне не нравится это. Мне, блин, не нравится это. Кажется, бобо будет амеботу нашему. Давайте чаробота поставим сюда. И что мы еще можем сделать? Хм. У нас еще есть одна ячейка, и мы могли бы ей воспользоваться, чтобы поставить брони... Конечно же, мы должны это сделать! Правильно! Сейчас он отхватит. Любой отхватит, кто сюда станет. Бьем!
Вот с бомбой, конечно, плохо. Блин. Так, давайте возьмем вот его. Следующий удар будет исключительно болезненный. Может, надо было не его ставить, а его. А мы бы его не поставили никак. А пока все, я думаю, да. Все вполне себе сносно. Мы почти победили, кстати говоря. Раз, два. О, боже мой. О, боже мой! Берем резервуар. Че у нас? Можем поставить, ударить сразу на два. Поставим. Да, хорошая идея. Раз, два. Все, победа. Ух. Немножко запаниковал. Опять. Робоскелет. Погибает сразу после атаки. Но при этом он дешево стоит. А вот фиксатор бомбы, это что значит? Если погибает выбранное владельцем существо, получает символ детонатора. Очень крутая штука, но рискованная. У нас будет всего один такой скелет, но он на два бьет. Давайте возьмем фиксатор бомбы. Возможно, это как-то прикольно нам сыграет в свой черед, не знаю когда. Будем смотреть. Ахаха, ходи мной! Чё у нас там? Опа. Очень плохо, очень плохо, очень плохо. Сторожевые дроны, их вообще не трогаем. Значит, нам следует с вами сейчас поставить... Блин. Ладно, но скелет сдохнет. Хотя бы один нас защитит. Раз. Получились два сразу, но они сдохли. Окей. Чё, будем брать? Давайте возьмем лучше резервуар. С этим можно пока не париться совсем. Амебот, который действует как крот. Нет. Чаробота поставим. Вот сюда. Да. Раз. О, нет. Новый чувак. Не плачь, дорогуша. И я Вольф Запенко. Или Запенко. Все пройдет быстро. Нет. Мне даже интересно, что будет, если меня одолеют вот с этой карты на столе. Смотрите, это дрон. Это дрон, это дрон, это дрон, это дрон. Плохо, когда есть дрон. Он будет бить нас, но не будет бить его. Давайте будем надеяться, что здесь... Нет, не сторожевой, к сожалению. Ладушки поставим. Поставим бронебота вот сюда. Да. Че, больше ничего не можем? Ну, не можем. Ой. А чаробот не пойдет ли вот сюда сейчас? На... О! Чаробота смерть. Значит, давайте кританем его, наверное. Нам нужно что-то, что на два ударит. Будем надеяться, что здесь есть. Нет. Хорошо, сейчас будет удар. А это будет... И это будет удар. Но он сразу кританет себя, сдохнет. Мы пока не можем так сделать. Лучше пусть этот сам себя бьет. Пока так. И тем временем вот сюда ставим. Да, хорошо, он ударит его, но ничего страшного. Есть, есть. Блин, там скелеты. Хреновато дело идет, как-то мне кажется. Берем карту. Опа! Соня. Так, ладно, сейчас у нас пока нету ничего. Ничего страшного не произойдет с нами пока. Мы только потихонечку атакуем. Да, сейчас нас всех убьют, к сожалению. Слушайте, здорово. Все прям очень хорошо идет. Сейчас мы его грохнем. Легко и просто. Мы возьмем просто вот этого. Значит, поставим здесь. Кто там у нас собирается идти? Никто не собирается идти. Мы просто забаррикадировали его. Ставим тебя и ставим тебя. Все, победа. Можно даже было не ставить пустой резервуар. Итак, здрасте, кто такой? Желаешь пройти за этот лед? Думаю, я смогу его растопить. Немного тепла, и все будет готово. Что это было сейчас? Чья это была рожа?
Смотрите, тут звездочка почему-то. А вот здесь обменник. Готов поторговаться? Угу. Это у нас дает нано-броню. Это летающий мошкадрон. Мошкадрона давайте возьмем. Нано-броню лучше. А какую карту мы отдадим? Вот это интересный выбор. Кого мы отдадим? Давайте отдадим какого-нибудь самого бесполезного. Энергобот? Ну не знаю. Он же пока на столе только, да? Да. Пока только на столе. Мы, по сути, его можем использовать только как защиту. И... Что-то не знаю. Но тоже может помочь в какой-то момент. Блин. Ладно, отдам его. В принципе, у нас пока с энергией проблем нету. Смотрите. Робобаксов мы... Возьми одну. Сейчас мы сделаем что-нибудь клевое. Сейчас мы что-нибудь классное сделаем. Давайте возьмем... Тебя? И что-нибудь, какое-нибудь свойство ему. Поехали. Говнишка. Говнишка мы тебе. Вот что мы сделаем. Будешь вонять говнишком. Ты так хотел? Конечно, так хотел. Только так и хотел. У нас босс впереди. Я уже просто... О, это какой-то крутой босс. Окей. И этот тоже будет атаковать. А как-то так? Почему так? Дерьмо какое-то. Сделаем так. К сожалению, это лучший вариант. Так, она сейчас подохнет. Мы получим. Давайте возьмем. Как лучше сделать? Давайте сюда поставим, черт с ним. Фиксатор бомбы поставим или подождем пока? Давайте подождем. К сожалению, мы пока даже не наносим урон, мы будем только получать его. Надо было ставить вот тебя, на самом деле. Ну, следующий ход мы его поставим обязательно. О, там все очень плохо идет. Он поставил туда же. Смотрите, как сделаем. Вот так. И вот сюда. В атаку! Есть. Все, начинаем выравнивать. Есть! Очень хорошо получилось. Прям идеально сработано. Прекрасно сработано. Это фиксатор бомбы, нам не нужен он. Здесь. Значит, этого чувака ждет... Кого взять лучше-то? Мог бы взять новую карту. Может быть, взять новую карту. Нет. Нет. Здесь мы возьмем его, поставим вот сюда. Да. Все, идем. Раз, два. Сейчас он сдохнет сам. Есть. И освободит нам ячейку заодно. Ставим. Что у нас тут? Пулеметчик. Ах! Пулеметчик круто! Но этот бьет на два... В принципе, тоже неплохо. Давайте лучше сразу быстрее нанести ему побольше урона. Все, победа. Есть! Слушайте, как у нас хорошо прям идет. Мы и боссов одолели. Предметы снова активны. Генераторы ботов отключены. Ага. Идем. Гнетущая обитель. Здесь тебе предстоит сразить местного убербота. Но вряд ли ты захочешь тут задерживаться. А это что такое? Я забыл. Крутая штука. Я разгоню одну из твоих карт, усилю ее атаку. Но если карта погибнет в бою, она исчезнет навсегда. Вот оно как, да? Вот оно как. Может быть, чаработа разогнать? Да, чаработа давайте разгоним. Значит... Что это значит? Карта с этим символом становится сильнее. Но если карта с этим символом... А, погибает? Окей, хорошо.
Плюс один у нее просто будет. Главное не дать ей сдохнуть. Оно живое! Живое! Готово. Не дай ей умереть. Не дам. Чаробот мой любимчик, понятно? В какую сторону нам идти? Откуда мы пришли? Опа, новые карты. Будильник. Эта тварь... Она дарит существу напротив единицу силы. Слушайте, ну не знаю. Давайте возьмем его на всякий случай. Может быть, в какой-то момент он сыграет нам на пользу. Так, тут есть босс, а здесь есть обменник. Пойдемте сходим перед боссом. А, ты мне свою. Все просто, да. Так, так, так. Шахтер. Блин, какое-то говно. Что это? Погибает выбранное владельцем существо, получает символ немощи. Кому это надо? Давайте шахтера возьмем. И что мне за это отдать, я даже не знаю. Тут мне все больше нужно, знаете ли. Попрыгунчиком, может быть... Нет, попрыгунчик нужный. Он, по крайней мере, может защищать и будет возвращаться мне в колоду обратно. Не знаю. Давайте... Блин, у нас... Мы никогда не будем использовать двоих таких, мне кажется. Ну, они по два бьют, не знаю. Вот как-то... Как-то обидно, блин, отдавать их. Мне все обидно отдавать, я такой скупердяй. У меня два таких еще есть, но они тоже очень хороши. Он превратится в Лютона, будет бить сразу моего врага. Не знаю. Сторожевого бота вообще нельзя отдавать. Может, тебя отдать, говнатый кусок? Нет, тоже не могу отдать тебе. Ладно, давайте одного сторожевого отдадим, хрен с ним. Опа, здрасте. Оп! У нас появился кролик в колоде. Как быстро его поймал, я думал, это будет как-то сложно. Хорошо, у нас есть босс. У нас есть босс, который... Блин, у него усилены все вот эти карты. Они себя бьют. Кого мы можем противопоставить им? Значит, этот сразу сдохнет. И даст защиту. Ну ты сволочь. Ну, ничего не поделать, кажется. Кажется, да. Окей. Теперь ему три придется нанести. Давайте поставим. Пока что можно просто поставить резервуар. Пусть оно бьет само себя. А дальше подождем. Подождем, увидим. И спланируем дальнейшую атаку. Так, хорошо. Берем. Рыбка. Угу. Против нас дрон. Блин, который на два атакует. Случайную. Хорошо. Три. Сюда. Так. Всего лишь на одну пропустим. Ничего страшного не случится пока что. Ну или случится... Опа, новый чувак! Танк фон Клин прибыл на службу. Моя миссия — устранить неприятеля, получить награду. После этого, по возможности, открыть малый бизнес. Небольшую гостиницу с уютным интерьером. Остепениться, найти жену, сконструировать детей... Состариться, передать бизнес своим детям. Заржаветь в окружении семьи, будучи довольным своими немалыми достижениями. Но первым делом устранить неприятеля. Очень угарно и хорошо. Мне сейчас будет, мне кажется, смерть сейчас мне будет. И вот здесь нельзя тупить. Вот сейчас мне нельзя тупить. Короче, мы должны взять тебя, поставить сюда. Мы должны взять тебя. Гайте, правильно? Сейчас этот сдохнет. И пойдет сюда. Поставить тебя сюда. Все. Хорошо. Раз. Но поскольку это гадюка... А, все равно. Я просрал!
Нет. Мне не нравится этот расклад. Ну-ка вернемся, ну-ка навольнемся, мы там вернемся. Нет. Какого хрена? Где? Где мы были? Куда мы пришли? Стопэ. Вообще не туда пошли. Сюда. Куда мы? Я не помню, где мы были. Стоп. Я что-то забыл, где мы были. Хорошо. А что у нас и вообще есть? Вся колода наша со мной. Что это? Сюрприз-бот. Когда погибает, вы получаете случайную карту. Прикольная штука. Нет, мы не были здесь. Нам не сюда нужно. Оп, деньги нашел. 12, ни хрена себе, какой сюрприз. Я что-то вообще запутался в карте. Как нам понять карту? Ой, нет, стой, стой, стой. Обратно. Да мы здесь везде были же. Вот мы нашли наконец-таки. Фух. Все, возвращаем. И у нас теперь 36 баксов. Все, давайте грохнем его еще раз. Мне еще не понравился этот расклад. Это вообще не моя катка была. Какого-то фига я должен с этим мириться? Не буду. Ни в коем случае. Итак, у нас есть просто лютый, убийственный чувак в колоде. Мы можем его... Ага. Значит, что нужно сделать? Надо сначала убить вот его. Вот этого чувака убить сначала. Вот так сделаем. Пока ждем. Сделаем так. Хорошо, хорошо, хорошо. Чаработа поставить. А, стой. Сначала взять. Да. Мы сейчас вот так сделаем. Хоп. И поставим вот сюда. Смотрите, как будет интересно. Раз, сдохло. Вот. И некому. Мне. Мне поставят. Вот что он делать будет. Обязательно ему нужно будет что-то выбрать. Слушайте, как здорово. Итак. Летун. Нам бы желательно от летуна защититься. Но... Надеемся, что мы защитимся. Так. Хрен знает что. Бомба. Че возьмем? Возьмем его, наверное. Вот так. Тут так много всего. И пока это все. Хорошо, сразу 3 урона наносим. Бэм! Сейчас мы отхватим. Так, что мы будем делать? Короче, опа, опасность. Надо поставить его, да? Он нас на одну будет бить. Короче, берем вот это. Значит, сейчас как мы сделаем? Вот этим вот убьем его. И резервуар убьет этого чувака. Не убьет ни хрена он этого чувака. Еще раз, погодите. Соображать надо. Я туплю. Мы сейчас убьем. Вот им, например. Ага. И тогда этот чел, вот этот чел начнет бить мне вот сюда, но ничего не сделает, не убьет. Да, ставим сюда. Хорошо. Пока все. Есть. Раз, два. Кацанулся, сдох. Ну ничего, я получил немножечко. Надо убивать его срочно, убивать срочно. У нас есть, да, у нас есть резервуар, поэтому попрыгунчик. В целом, можем только вот так поставить. Вот сюда надо ставить. Кажется, все, кажется, все. Кажется, здорово получается. Бам! Есть. Вот, теперь я себя хорошо чувствую. Итак, заработали еще больше денег.
Пора бы уже где-то их потратить. Колодец! Перо? Для чего оно мне, я не знаю. Смотрите. Я знаю, о чем ты думаешь. Хочешь вернуться к контрольной точке, обновить свои предметы, закупиться в магазине. Я правда хочу, чтобы ты побеждал, но это будет не так просто. Ты можешь вернуться к контрольной точке, но тогда в этой зоне возродятся все враждебные боты, которых ты победил. Так ты уверен, что хочешь пойти? Тварь, нет. Пока не хочу. Ты принес перо? Пожалуйста, подпиши здесь, что согласен дать доступ. Благодарим. Не забудь свое соглашение. Что? Какой доступ? О, новая контрольная точка. Предметы снова активны. Генераторы ботов отключены. Так, а где... Как магазин-то сделать? Я забыл. Не знаю. Так, у нас есть предметы, у нас есть... Все, я не знаю, как в магазин пойти. И я не знаю, что нам тут делать. Тут все решено. Стоп. Я сделал фотку. Повернуть. Смотрите, повернуть. Нет. Повернись. Видели? Смотрите. Дверь. Какая-то интересная дверь, блин. И надгробие. А зачем мне эта дверь? Ладно. Пока, видимо, ни для чего. Вот это что? Череп. Тот самый череп. Здесь ничего нового нету. Тут какая-то камера наблюдения. И здесь ничего нету. Ничего нету. Хорошо, у нас тут есть дверь, получается. Но я не знаю пока, что с ней сделать. В целом, я думаю, на сегодня мы с вами закончим. Потому что очень прикольно все. Потому что очень много всего мы сделали. Новые видеофайлы посмотрели. Столько всего сделали. Короче, ребят, огромное всем спасибо, что смотрели. Я безумно в восторге от этой игры. Надеюсь, что вы тоже. Надеюсь, вам нравится, как я играю. С вами был Юджин. И не забывайте, что у меня доступна функция спонсорства. Теперь для всех, кто хочет. Это не обязательная история. Просто для тех, кто хочет. Все, кто становится спонсорами, получают дополнительные какие-то маленькие штучки. Там, допустим, контент какой-нибудь, который я... вдруг появляется у меня, который я не планирую выпускать для всех. Выпущу просто только для вас. Эксклюзивно. Также посты и всякие интересные материалы. Огромное всем спасибо, друзья. С вами был Юджин. Всем пять.